Скажи, как культурно намекнуть, что у девушки растут усики? Побрей усики. Не, культурно. Шок. Где? Ну, ты бы что сказал своей девушке? Я бы так не говорил своей девушке. У меня нет девушки. Ну, а если бы у тебя была девушка с усиками? Или все равно? Так мягче целоваться. Да дебись. Ну, ты бы что сказал своей девушке, если бы тебе не нравились все усики? Прямое лицо сказал. В смысле? Ну, слова, текст какой. Что, не усы, блин? Это ж не культурно. Это нормально для меня. Ладно. Скажите, как культурно девушке намекнуть, что у нее растут усики? Побрей усы. Так это ж не культурно. Нормально. Нормально, ладно, спасибо. Братан. На 8 марта бритву тебе, шлюха. Ой. Ой, все, спасибо. Да не, подожди, какое спасибо? Я хотел песню спеть. Давайте поем, наши. Спойте. Гна-гна. Тоже не измена. Каратуры, чата. Поскорее. Типа, дорогая, ты сегодня такая мягкая на губах. Там можешь чуть этот стать не мягкой. Нет, давай. Это типа мой договор. Давай. Эй, Дудук. Ты друг, это ты друг. Не, мы поддерживаем. Что ты-то ебал? Давай. Начинай. И махпы. Ай, джон. Лавах пирас, кейс курбан, дворы. Все, прекращай, Дима, это сейчас пойдет, понеслось, давай. Ну вы бы как сказали своей подруге, допустим? Прямо в открытую. Трудно девушке намекнуть, что у нее выросли усики. О, не, я так еще не... Ну если бы твои девочки выросли. Честно, не знаю, правда. Что бы ты ей сказал? Или ты не сказал? Ночью бы сбрил бы их, не знаю. Спасибо. Блин. Подарите бритву, вот самый нормальный вариант. Так... Аккуратненько очень, да. А, так, а может она подумает, это для других мест я подарил. Блин, нужно дарить умной девушке, чтобы нормально думала. Восприняла. Зеркало, да? Зеркало ей можно еще подарить, да. Хорошо, спасибо. Убери нахуй. Как культурно девушке намекнуть, что у нее выросли усики? Пусть поброет она их вообще. Не, ты бы что сказал? Культурно намекнуть. Я даже не знаю. Ладно. Убери камеру, блядь. Все, торп. Скать, побрейся, сука. Не, это не культурно. Ну хуй его знает. Не знаешь? Нет. Как культурно намекнуть девушке, что у нее выросли усики? Как намекнуть? Вот так, наверное. И что, ногу показать и подергаться? Ну да, можно вот так вот сделать. Это ж не культурно. Ну, пусть привыкает, такая страна у нас. Отвечали вас. Я была. Девушка, ну скажите, как культурно намекнуть девушке, что у нее выросли усики? Отлично, просто идеально. Давайте не об этом. Ну скажите, как бы вы намекнули? Помните меня, пожалуйста, я сделала. Скажите, как культурно намекнуть девушке, что у нее выросли усики? Чтобы у нее выросли усики? Нет, культурно намекнуть. У нее выросли усики, как ей культурно намекнуть об этом? Ой, вы знаете, у меня даже нет к этому ответа, нет. Ну вы бы подруге своей как намекнули? А зачем они ей нужны вообще? Так они у нее сами непроизвольно, есть генетическая расположенность. А ну для этого, наверное, сейчас в наше время уже есть какие-то кремы. Не, ну вы бы своей подруге сказали об этом или нет? Конечно. А как? Вот ну, что бы вы ей культурно намекнули? А я ей сказала, Нина, зачем тебе это надо? Возьми крем, вот это, сделай себе вот эти маски или что-то. Стоит только раз попользоваться этими кремами или этой эпиляцией, все, будет постоянно расти. А если только не будет первого шага, оно не будет этого. Мы прожили. Не, ну есть у девушек, у которых растут усы, что им делать? Ну это редко. Это ну, бывает. Ну а что делать? Это неправильный обмен веществ. То есть питается неправильно? Конечно, неправильный обмен веществ. Поэтому растут усы и борода. А так у нормальных людей этого нет. Спасибо. Вы ищите себе девушку? Девушку? А нахуй они нужны? Нахуй нужны? Ну да. This is love. Подписывайтесь на канал Семененко СНК, ставьте лойсы, палец вверх там или как. Клиент. Джессика, если ты меня слышишь, поверь,
Я был у тебя первым, может быть. Но я вторым. Может быть, вторым. Но поверь, я всегда тебе ночью твои сны вижу. Про тебя вижу. Ты такая хорошая. За тебя. Джессика. Давай еще раз. Джессика. Ура!